есть у нас шанс увидеть что-то подобное четвертьфиналу Евро-2004? Или все-таки эта встреча будет более осторожной, чем тот матч? Ну, мне кажется, сегодня встречаются равные команды. Ну, нельзя кого-то выделить. Действительно, команды высокого класса. Игру команд высокого класса мы сегодня будем наблюдать. Финал уступила португальцам, не знаю, но англичан сегодня больше. В центре поля играет на Руни. Может быть, пробьет Уэйн Руни. Удар сильно в руки. Рикардо спокойно мяч забирает. Карваль, простите, это был очень сильный удар Криштиану. Но Валента их подстраховывает. Фигу навешивает. Опасный момент! Нужно было сейчас, конечно, забивать португальцам. Тиагу неожиданно Фигу. И это уже Криштиану Роналду. Обыграл и пробил. Хорошо пробил с левой ноги. Криштиану Роналду недоволен. Джерард пробить, но мяч не удалось обработать, а он передачу сделал. Счет 0-0, и сборная Португалии в атаке. Фигу! Нет, не знаю, был ли это удар в дальний угол или подача, но... Передачу делает штрафную, удар поворотом. И дотягивается Робинсон. Дотягивается, выгреб буквально. Лэмпард, удар! Дальний удар Лэмпарда! В руки Рикарду. Фрэнк Лэмпард на Рио Фердинанда. И все, раздается свисток, и так Джерард навешивает. Опасный момент какой! С нескольких метров удар наносился. Это был Леннон штрафной. Двух обыграл, можно бить! И удар, и мяч пролетает над перекладиной. Вот это самое-самое, наверное, опасное, что вообще было в этой встрече. И продолжает. Как он бился все-таки. Он ведь уже потерял равновесие. Он уже практически сидел на газоне. Схлестнулись футболисты. Но лучше сейчас, чем после. Передачу выполнил Фигу. И удар поворотом. И еще один удар Фигу. Еще Маниш. Дальний удар поворотом. У него под левой ногой. Фигу. Удар Фигу. Достал Робинсон. Маниш. Валента в штрафной. Браво, Фердинанд. Схитрить, но не до такой же степени. И дальний удар сразу же. Виана, хоть и с одним глазом, но, пожалуйста, пробил. Дальний удар Лэпарда. И опасно, Леннон. Удар не получается у Аарон. Роналду, подача. Опасный момент какой. Нужно бить, удар. Перелетает мяч через ворота. Англичане хватаются за голову. Стивен Фердинанд с мячом. Все. Свисток дает. Ара. От партнера подача на дальнюю штангу. Очень опасно. Крауч с мячом. Баштигу ждал передачи. Симао Сабросо сам пробил. С левой ноги. Как из пушки пробил. Действительно опасно. Вот Леннон, посмотрите, в школе штрафную, но нет. Элизандо. Ничего, Элизандо. Нет, не даст пенальти. Виана. Дальний навес на Паштигу. Паштига, гол! Не засчитан этот гол. Этот гол не засчитан. Вне игры. Ну, конечно, вне игры. Право, может быть. Дальний нет, удар. Мигел! Маниш! Да, я думаю, что это был пас. Англичане могут повторить. 1-0 в пользу сборной Португалии. Рикарду дотягивается до мяча. Фрэнк Лэмпард, огромный мастер. Не забивает, в штангу попадает. Вы посмотрите. Гол. Дотянулся до мяча Рикардо. И все-таки Оуэну Харгривзу. Не забил. Не забил пяти. Не забивает Стивен Джерард. Да, но Рикардо словно приклеивает к себе английских футболистов. Забил. Ну как здорово, ни шанса не было у Робинса. Что такое? Еще раз пробить, показывает арбитр. Не забивает Джейми Каррагер. Но Рикардо, ну просто красавец. Да! Все, португальцы выходят в полуфинал чемпионата мира. Криштиану Роналду забивает так, что у Робинсона не было ни шанса.